На первом этаже рестораны и службы сервиса, на втором только офисы. Красноярские застройщики внедряют новую схему расположения коммерческой недвижимости в жилых домах. Для чего это нужно, расскажем в следующем сюжете. Недвижимость формата 2.0 – новое понятие на красноярском рынке. Что это такое, застройщики решили лично объяснить потенциальным арендаторам и собственникам. Сегодняшнее мероприятие – это продолжение разговора о городской среде, о том, что делает городскую среду комфортную. Если 3-4 года назад в рамках мероприятий, в которых я участвовал, я говорил о теоретических вещах, демонстрируя какие-то картинки, какой-то информационный материал, то сегодня мы уже представили решение выполненное. Мы не хотели строить окраины города, мы не хотели строить спальные районы. Нам хотелось использовать эту часть города постоянно, круглосуточно. Поэтому нам нужно было сделать для того, чтобы это произошло, чтобы количество людей, которые здесь живет, примерно равнялось количеству людей, которые здесь работают. Под коммерческую недвижимость здесь отведены не один, как принято, а два этажа здания. На первом расположены помещения с панорамными окнами площадью от 70 до 150 квадратных метров. По задумке здесь будут различные кафе, магазины и организации сферы услуг. На втором этаже только офисы, компактные, от 15 до 35 квадратов. У меня здесь у самого квартира будет, получается, в январе уже заезд сюда. И было бы очень удобно вообще и работать, и жить в одном месте. Это новое видение, то есть можно жить и работать, и тут же, то есть, посещать магазины, салоны. Как бы. Ну и по поводу того, что все-таки отделка, уже заезжаешь, то есть ничего не нужно делать. Спустился из офиса. Тут, пожалуйста, вам магазинчики, кафе, ресторанчики. Есть где перекусить, посидеть, есть где купить какие-то товары. Первые магазины откроются в малых кварталах уже этой зимой. Для желающих вести свой бизнес на первой европейской улочке компания SM City предлагает коммерческие помещения на продажу.